Всем привет! Мы находимся в клубе PewDiePie на фотосессии группы Banderas. Собственно, мы скоро отправимся и возьмем интервью. Также необходимо фотографировать наш друг, наш хороший друг-фотограф. Хотел бы сообщить... Слушай, я не понимаю, да, слушай. Мерик теперь является членом благотворительного фонда «Дети мира». Я недавно подписал с ними договор. Теперь мы будем совместно помогать детям, которые в этом нуждаются. И сейчас мы пойдем и будем брать интервью наших друзей. Таня, это сердце олигарха. Я вообще без мозгов. Да, так что ищите сердца. А можете пробуть? Находите? Да. Найдете, приносите. Я буду как бы кричать, Любите друг друга. А куда она? Любите друг друга. Если бы это было мое, я бы еще работал. Четвертого дня. Я рад, что у вас есть большое и широкое сердце. Спасибо, страшно. Еще раз. Привет. Катошка не корми, я голодная просто. Хочется как-то закончить эту фотосессию и покормить собаку. Да, Катошка у тебя прекрасная. Как тебе нравится? Да, вы хотите спросить, могу ли я в таком работать в Банderas? Вопрос, конечно, интересный, но я думаю, что не все фанаты группы Banderas меня поймут тогда. Я твой фанат. Да! И я тебя понимаю. Отлично, тогда по твоей просьбе как-нибудь приглашу тебя на концерт, специально одену это замечательное сцену. Просто буду тебе благодарен. Спасибо тебе. Татошка, скажи пару слов. Татошка, ну а сегодня? Я же тебе говорю, его не кормили, просто не давай мне. И пить тоже. Иначе вы же понимаете, что это могло случиться, и удержать эту дочь. Привет, привет. Расскажите мне, пожалуйста, вы хотели написать свою сказку? Мало того, мы же это делаем. Ты знаешь, каждый день входит в нашу сказку под названием «Жизнь Banderas». Это страшная сказка. Я бы хотела написать. Ты говорите, я не могу согласен. Это страшная сказка. Расскажи, насыщенно перелетами. Недоступно. Но в то же время там есть и светлые моменты. Моменты выхода на сцену. Когда мы выходим на сцену, сказка страшно превращается в волшебную. Ну, это серьезно. Сейчас мы говорим о Григории, о них, так продолжаем. Еще вчера весь мир был у тебя в кармане, но рай уже занят. Щука, сука, исполняй мне твои желания. Знаешь, день настанет. Не надо громких слов, фейерверков на прощание, просто до свидания. И все будет по-другому, но неплохо по-любому. Эй, 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 темные полосы, светлые полосы, не спи. И свою судьбу ты узнаешь по голосу. Это просто жизнь пишет разные повести. Yeah, yeah.
и вроде обычный вечер. Но сказаны слова, и ты уже мчишься на эту встречу. И может все не станет сразу просто, но карты снова розданы, и ты опять в игре. И все так несерьезно. Случайно лег под съемки, и так совпали звезды. Одна только фраза. И жизнь изменится в самахах, ты поймешь, где сразу. И на перекрестке удача словно пес метнется под колеса. И все снова не поздно. И все будет по-другому, но не плохо, по-любому, эй! Это просто жизнь пишет разные повести. Он был из тех, кого кормят голова и ноги. Вся его жизнь будто партия в покер. Любил аферы, любил быть первым. Любил играть с удачей стервой. Вот фортуна повернулась задом. Как зебра в зоопарке, все стало полосатым. С офисом, факсом, факт его проколов поймали, несмотря на лазейки в законах. Сменил их с пятой на ладу калина. Вроде тоже тачка, но пи***ц как обидно. Хотел забрать семью и уехать подальше. Но узнал, жена изменяет его же секретарша. В ту ночь красный загорелся не кстати. Тормоза спасли его, но не его Дукати. И вот под утро пешком мимо казино. С мыслями о том, что уже все равно. Но чудо возможно, как утверждает реклама. Хотя бы на примере Барака Обамы. Наскреб последний, ведь он игрок. Выбил три семерки и сорвал джекпот. Ребят, мы собираемся, уезжаем. Фотосессия окончена, всем спасибо. Группа Бандерас уехала. Начинается другая фотосессия. Другие люди. Мы собираемся сейчас уходить. Мы сейчас возьмем... Лёша, спасибо тебе большое. Лёша наш брат. Лёша молодец. Лёша сильный фотограф. Еще один съемочный день позади. Мы направляемся домой отдыхать. Дальше у нас съемок нет, не намечается. Так что мы уходим. Всем пока, всем мир. Будьте здоровы!